У Брюсселя появился новый способ сбора денег на содержание беженцев. Специальный налог намерен собирать с каждого, кто приезжает в Европу. Это примерно по 50 евро. Премьер Италии Матео Ренци и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в Риме детали этой стратегии. Подробности в нашем сюжете. Итальянский премьер встречает Ангелу Меркель как единомышленницу. Взгляды двух стран на миграционный вопрос совпадают. В качестве его решения Рим предлагает помочь Африке, вкладывать деньги в экономику стран континента, строить инфраструктуру, внедрять технологии, в обмен на их обязательство преградить дорогу мигрантам. Для закрытия африканского маршрута нужна такая же стратегия, как была принята для маршрута балканского. Важно инвестировать в Африку. Если мы хотим решить проблему в ближайшие несколько лет, нужно вкладывать в международное сотрудничество, помогать в развитии и в создании рабочих мест. С Ангелой мы полностью согласны в этом. Согласно большинству государств Евросоюза, но обойдется операция в 15 миллиардов евро по приблизительным расчетам, а в европейских фондах лишь половина. Предложений на этот счет несколько. Одно из них – налог для иностранцев – 50 евро. Если получит одобрение, он будет распространяться на всех, кто въезжает в Европу и будет включен в стоимость визы. Второе – 10 евро сверху для каждого пассажира, покупающего билет на самолет в европейские города. Оба этих источника принесли бы ЕС больше 4 миллиардов евро. Странам Евросоюза еще предстоит рассмотреть эту стратегию, а Республика Нигер, к примеру, уже называет цифры, обязуясь остановить нелегалов на пути в Европу за 1 миллиард евро. Через эту беднейшую в мире страну лежит один из главных маршрутов мигрантов из Африки. Министры иностранных дел Германии и Франции 2 дня назад вернулись из Ниамея. Мы очень довольны визитом французских и немецких министров в нашу страну. С ними мы говорили о развитии экономики, мы говорили о безопасности, об укреплении наших отношений. И главное, мы говорим о миграции, потому что это реальная проблема не только для европейских стран, но и для нас. Кроме финансовых вливаний в экономику, есть в пакете европейской помощи еще один пункт. Евросоюз обязуется принимать так называемых экономических мигрантов по квотам. Тех, кто на статус беженца не имеет права, но хочет попытать счастье в странах Старого Света. Матео Ренци и Ангела Меркель готовы на это. Главное, как подчеркнула канцлер Германии, спасти единую Европу. Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, 24 KZ, Италия.